Всем привет, ребят. Доброе утро. Кому добрый день, кому добрый вечер. 8:46. Детей проводила в школу. Я уже в Телеграм показывала свои работы. Кто еще не подписан, ссылочка есть в описании на наш Телеграм. Я выкладывала фотографии. Такой вот у меня мишка получился в кофточке. Кстати, эта кофта, она вообще должна была быть для вот этого мишки. Но по видеоуроку получается кофточка на него. Не знаю почему, но он у меня получился маленький. Нитки такие же, как и в видеоуроке. Не знаю, кофточка оказалась большая, поэтому этому мишке повезло больше. Она налезла на него. Вот, здесь я ему еще доделала улыбку. Он был без улыбки. Ей нужно доделать еще хвостик. Теперь нужно связать кофточку на него, только поменьше. Меньше петелек нужно набирать, потому что он как-то чего-то не хватает. Либо ему нужен шарфик, либо кофточка. И вчера я связала вот такого оленя. Какая-то у меня такая тематика зимняя. Вообще-то зима уже закончилась, а у меня тематика зимняя. Вот. Такой вот у меня получился олень с шарфиком. Последние нитки. Я вчера вязала очень мало ниток. Получается, вот этого цвета темно-коричневого у меня был последний клубок. И я переживала, что мне не хватит. Хватило даже вот на этот хвостик. Вот этот хвостик, последний прям кусочек, я его прилепила. В общем, такой вот олененок. Что, коллекция пополняется. Сейчас у меня в процессе зайка. Вот такой. Тело я уже связала давным-давно. По-моему, еще недели две назад я связала тело. Но у меня так вот без головы сидит. Потом я довязала. Вязала я голову, но у меня не было глазок. У меня есть другие глазки, но они совсем маленькие, потому что голова большая, как-то смотрелась не очень. Вчера приехали вот такие вот глазки симпатичные, зелененькие, с ресничками. Здесь, по-моему, 20 миллиметров, 2 сантиметра, если не ошибаюсь. Вот они тут с ресничками идут, и вот эти вот крепители. И сейчас я хочу довязать эту голову. Она у меня почему-то такая получилась большая. Видимо, вязка прям слишком свободная. Вот здесь вот видно, что вязка. Ну, уже не стала распускать, потому что глаза уже прицепила. Головастик получится такой. В общем, они, получается, будут почти на все, на весь размер тела. Вот такие вот ушки будут. Так что я надеюсь, я сегодня доделаю эту зайку в платьюшке. Почему у меня разного цвета? У меня закончился вот этот моток. Мне не хватило на платье, поэтому пришлось платье сделать другого цвета. Но я думаю, что ничего страшного. Для меня проблема это пришить ровно. Вот что получилось. Одно ухо выше, другое ниже. Как так? Вроде смотрела, ровно было. Придется вот это вот распарывать и спустить пониже, пришить вот здесь. У нас такой сильный ветер сегодня и дождик. Представляете, даже с такой силой дует ветер, что отвалилась, приподнял немножко батут и отвалилась ножка. Видите, теперь его болтает туда-сюда. Но он у нас прицеплен к этому, к забору, на всякий случай. То, знаете, бывает такое, что они улетают. Ну, погода, знаете, у меня еще вопрос к вам. Кто знает, как избавиться от мошек? Завелись мошки. Тут, ну, их не видно сейчас, но вон, летают. В общем, в земле мошки завелись. Летают по всей квартире. Уже надоели. Что делать, не знаю, я уже. Ты смотришь на ветер? Тебе нравится ветерок? У меня тут вчера остались спагетти. Пожарилочки. Горошек. И томатная паста.
новую сковородку взяла. Здрасте. Привет. Тебя не сдуло там? Такой... Боже, выпустил. Хоть на 5 минут. Так ты же все равно на велике, у тебя какая разница? Взяла долго. Ну, чуть-чуть задержалась, на 5 минут задержалась. Нет, на 10 минут задержалась. Но когда одна ездит, она быстро приезжает. Когда с девочками, так самое последнее. Ксюша не любит медленно ехать. Нравится зайка? Когда носик приедет. Он сказал, что нету. Почему? Вот трусики беленькие. Видишь, трусики это ножки. Беленькие. А это как он памперс, как трусики. Мне кажется, краски, голова краски большая. Нет. Нормально? Красиво, да. Нравится? А теперь моя. Может быть, уже не надо? Все-таки закончился Новый год. Или у тебя вечный праздник, да? Нет, красиво. Красиво, нравится. Она закрывает жалюзи, закрывает окно, включает фонарики, они так красиво светятся в комнате. Ладно, они упали. Осталось 15 минут. Я уже тут ей подготавливаю. Здесь мало батарейки, меньше половины, поэтому я ей включу в розетку зарядку. Все, можешь посмотреть, Каролина. Так, Абакус. Это мы делали домашнее задание. Она, кстати, уже решает в уме. Цифры, конечно, цифры еще маленькие, но она уже считает способом, как с Абакусом, только в уме. Она его представляет у себя в голове ментально и считает. Тренируемся уже ментально считать. 5 минут. Ты в шапке будешь заниматься? Бонни, там снег идет. Фильм, там снег. Капец. Вот это погода. Вот это вот погода. Бонни, иди гулять. Иди гулять. Иди. Нет, она убежит. Иди гулять. Нет, не убежит. Вот это да. У нас столько снега не выпадало за всю зиму, знаете. Как сегодня. Бонни, с Филькой будем играть. Ух. Мам. Мама. Раз, два, три, четыре. Лови. Опа. Еще до сих пор идет снег. Бонни, на! Бонни! Бонни! Вода! Висну хочу! Заходим. Одноклассница Агата есть? Да. Вот, она тебя пригласила на день рождения. Я да я не знаю, Каролина, я не знаю, как выглядят твои одноклассники. Вы жарили яичницу, и Макс пришел себе сам яйцо пожарить решил. Отдельно от нас, понимаете? Отдельно. Не хочет вместе с нами. Ну там приклеилась, по-моему. Приклеилась, подожди. О! Супер! Ставь. Чай налить? Конечно. Конечно. О! Мы поехали в магазин. Бабуля захотела в Икеа. Отвезите, говорит, меня в Икеа. И мама, мы все поехали. Что? В Икеа? В Икеа только все для дома. Что тебе можно купить? Я хочу хот-дог. Новую. Две Билли Айлиш сидят. Одна зеленая, другая красная. Хотела уже убирать зимнюю одежду. Хорошо, что не убрала, потому что еще рано. Приехали, девочки. 25 франков стоит мишка. Прикольный. Такого не было раньше. У тебя уже переполнена комната. Так, ладно, идем дальше. Бабушка у нас на кресле, чтобы через весь магазин пройти нормально. Он уже, видишь, цветет. Взяли такую веточку. Так, ждем папу, куда-то он ушел. Все, поехали. Так, закупились по мелочам. Два бамбука взяли, один нам, другой бабуле. Сумочки будем разбирать. Где другие? Вот они. Это мы взяли стульчик в туалет. Это наш поломался уже. Я себе взяла контейнер. Такой большой. Не надо. Почему ты ногами его открываешь? Не могу я. Давай. Что там попалось? Это что? Это танк, что ли? А у вас разные киндер-сюрпризы? Упаковки разные были для мальчика и для девочки, да? Ты хочешь аккуратно? О. У меня желтый. У тебя желтенький. Давай откроем. У меня девочка какая-то. Барби и домик. А, я ее знаю. Нет, это Барби, но она на сцене. Видишь, гитара, микрофон. Такое огромное лицо.
Только сразу не съедайте все яйцо. Нет. Будет висеть. Подожди, может, уберем вот эту? Точно 50 на 70? Да. Опа. Пошли повесить-то. Будем резать. Видишь, не помещается. А нет, помещается. Хорошенько туда тогда... воткни. Куда делась? Попала. Выпадает одна. Видишь, как? Теперь сверху картон. Наоборот. Держаться. Все. Та-да! Вау, круто. Круто. На стену повесишь? Прикольно. Вкусный шоколад можно? Угу. Спасибо. Все могу. Все могут. Ты собрала? Пожалуйста. Сюда я хочу складывать все свои. Можно крючки складывать. Где у меня тут крючок? Можно глазки сложить. Здесь маленькие глазки. 3 миллиметра, 3-4 миллиметра глаза. Здесь уже побольше. Можно вот эти вот иголочки сюда тоже положить. Это тоже маркеры. Все сюда. Готово. Теперь будет все аккуратно. Нет, еще нет. Почему нет? Все готово? А, белые нитки мне еще нужны. А. Продукты я убрала. И сейчас покажу, что мы сегодня взяли. Тут распаковали, взяли вот такой вот, не знаю, графин, наверное. Такой вот графин с крышкой. Водичку туда наливать. Немножко взяла себе досточку, а то у меня все досточки большие, ей иногда нужно маленькую, чтобы не доставать огромную. Такая досточка деревянная. Такую вот большую взяла стеклянную емкость. Ее можно использовать как крышку. Ну, это считается как нижняя часть, верхняя часть – это крышка. Можно, в принципе, использовать отдельно. Еще одна форма. Это бабушка себе взяла, такую небольшую, чтобы готовить, тушить что-нибудь, я не знаю, в духовке готовить. Потому что она иногда готовит только для себя. Потому что то, что она готовит, дети такое не едят. Маленькая керамическая. Симпатичная. Так, Сгонечка, дальше что у нас? Тут контейнеры купила, две штуки, мне не хватает под крупы. Ой, ух ты, она такая большая, глубокая. Круто, вот, получается. Можно использовать как крышку, а можно использовать отдельно. Готовить, это более глубокая емкость, это не такая глубокая. И вот так закрыла все. Вообще, я себе хочу стеклянную кастрюльку. Никак не могу найти еще. Я здесь, видите, все храню в контейнерах. У меня не хватает для мюсли. И вот тут у меня, не знаю, что-то там по пакетикам разложено. Нужно проверить. Вот это вот все убрать. Все коробки, пакетики, которые неудобные. Тут гречка. В общем, все. Все аккуратненько, чтобы было. Вот, купили два бамбука. Один бабуля себе в комнату поставит, один нам. Тут уже, видите, с такие вот росточки пошли. Стеклянную емкость. Бабушка хочет засолить капусту. Для капусты. Вот одна такая же. А, и вот такой вот она себе взяла стаканчик попробовать. Не знаю, для меня так он неудобный, потому что здесь нужно прям вот держать. Нет отверстия. И мало того, что как бы сейчас пустой стакан, он тяжеленький. А если еще будет с чаем, то мне кажется, ей будет неудобно. Ну, она взяла попробовать. Можно вот так, наверное, держать. Тем более у нее силы не хватает, у нее пальчики слабые, я не знаю, мне кажется, не будет неудобно ей. В общем, для пробы взяли один. И стеклянные крышки. Все, готово. Это одежду очищать, такие роллы. Все, будешь готовить себе запеканочки всякие. Оба хороши. Ну смотри, без разницы. Вот эту вещь. И вот эта вещь какая классная, да? Красивая. Тут я вообще влюбилась. Угу. Вот сейчас воду налей и посмотри, как будет, тяжело или нет. Мне кажется, неудобно будет. Еще, не дай бог, выскользнет. Ну, если вот так держать. Да. Если вот так держать, тяжело. Вот так вот. Давай, вот так можно пить. У нас на ужин будет раклет. Вот такой вот у нас сыр с добавкой.
тут перчик очень. И суши. У нас две коробочки суши. Здесь варится картошка в мундире, куруска. Можно еще перчик нарезать свежий, огурчик нарезать свежий. И здесь я отварила креветки. Вот, все. Я хочу скусать. Нет, нельзя. Все, будем. Сейчас я это все разложу по тарелочкам. Так, бери этот наш аппарат. Аппарат, где наш аппарат? Вот здесь наш аппарат. Ставь на стол. Помогать? Да? Да. Неси на стол. А где эта штука сверху? А, вот она. Давай. Все, на стол ставь. Так, удлинитель обязательно нам нужен, потому что он дотягивается. Ставь. Пока не подключай. Потому что пока картошка еще не сварилась, поэтому включать не будем. Очень будет вкусно. Так, Марбуши нет, она в гостях. Поэтому мы будем без нее. Мы ей оставим. Тут уже детки потаскали немножко. Марбуши надо оставить, суши тоже. Это как мясо. Ну да, это есть мясо. Пусть оно уже готовое. Оно готовое. Как бекон. Хочу. А можно мне это кушать? Шпек вюрфель. Нет, не за тебя. Почему? Сейчас сгорит. Сгорит мяско. Так, все, приятного аппетита. Сыр плавится. Сейчас я вот эту всю красоту заберу сыром. Оставим, да? Филюш, оставим Маргарите? Оставим. Он тут играет. Тут нужно кубики по цветам разбивать под музыку. Макси, он меня не слышит, даже у него музыка играет. Макс, спать давай. Давай, мыться и спать. У Маргуши начинается неделя практики. Неделю она учиться не будет. Ну, 5 дней получается, с понедельника по пятницу. Она будет ездить на работу. А, в 7:40. Ты на велике поедешь? А. Ну, там, в общем, ей недалеко. Получается, если она на велосипеде поедет, где-то минут 15, если спокойно ехать, 15-20 минут по дороге. Отправляла она заявку в одну больницу и в дом престарелых. В дом престарелых сразу ее одобрили, в больнице нужно, оказывается, чтобы была прививка. Мы не прививались, прививки у нее нет, поэтому она пойдет в дом престарелых, в общем, ухаживать за старичками. Рабочий день у нее не всегда один и тот же. Завтра она работает с 8 до 4, по-моему. Потом есть один день, когда она будет работать с 6, по-моему, с 6 утра. С 6 или с 6:30, что-то такое. А если проходишь практику во время учебы, то зарплату тебе не платят там. Если проходить практику во время каникул, то будешь получать зарплату. Поэтому она еще хочет попробовать в апреле куда-нибудь пойти в больницу, может, ее одобрят. Вот так вот. Сегодня, кстати, попробовала уже испечь хлеб вот в этой форме. Вот такая вот у меня булочка получилась. Была хрустящая корочка. А можно зубы чистить в туалете, пожалуйста, Макс? В туалет зубы, Каролина. Быстро. Каролина, Ксюша, это не надо. Что вы все ходите с щетками? Ксюша подарила Каролине кофточку Билли Айлиш. Такая вот. Эй! Не дуй на меня. Это. Какие тебе наклейки нужны? Нет больше. Бля, ты все наклейки истратила, что ли? А у меня больше нет наклеек? Мама, это на меня. Давай, все. День подходит к концу. И время 11:00. Пойду я уже отдыхать, потому что завтра нужно встать рано. В 6:00 нужно разбудить Маргариту. Пойду я отдыхать. Всем пока. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем влоге.